Привет, ребята, привет, княженцы, всем огромный приветище. А, кстати, между делом, немножко рекламы. Ребята, кто еще не княженец, врывайтесь в ряды княженцев, подписывайтесь. Тут, короче, мы снимаем обзоры на всевозможных ваших любимых популярных блогеров. Также, всевозможные еще там чертовщину, что снимаем. В общем, летайте, подписывайтесь. Ребята, короче, сегодня буду, у меня такой коротенький обзорчик. Надим такой канал, великолепный, да, доселе я его как-то видел, но мое внимание не привлек, потому что, знаете, там такое все было, по лайту, в общем, в двух словах, женщина Ольга, канал называется вообще Ольга Уралочка Лайф, да, значит, женщина живет с мужчинкой, издалека видно, не видно. В общем, сколько ей годов, я не знаю примерно. Женщина уже за 50, так скажем, да. И мужчинка. Не знаю, кто по национальности он, если вообще в курсе с этого канала, то это люди, пишите в комментариях, потому что мне вот, я не давался такие подробности. Я просто сейчас не про это буду вещать. Вот вдумайтесь, такая ситуация. Значит, канал, знаете, такой был, популярный там среди своей аудитории, много было просмотров, потому что женщина готовит там всевозможные там блюда, такое все простое, все такое, какое, знаете, такое семейное, у них там улыбка постоянно. Это значит, там, ну, ее мужчина там, он, как бы, я так понимаю, может готовить местные свои колоритные блюда, поэтому он там так все такое делается, знаете, такой, как бы, с изюминкой, с подачей такой, ну, в общем, реально приятного аппетита. Аппетит возникает во время всего приготовления. Но случилось такое непредвиденное. Да, значит, как они сами уже рассказывают в дальнейшем. Значит, было Новый год, празднование, представляете ситуацию. Значит, Новый год празднуют, президент там Владимир Владимирович, значит, по телевизору выступает, там говорит речь, там, да. И какой-то друг, вот там ихнего, ну, вот этого мужчины там, да, в общем, такую произносит фразу. Я даже не буду эту фразу произносить, ребята, потому что, в комментариях можете написать, люди, если знаете, какую фразу произнес он. Просто я эту фразу, ребята, не хочу говорить из-за того, что, не могу, живя в России, когда, твои, там, деды воевали, там, во время войны, там, да, многие деды, там, умирали, не пришли с войны, и вот такую, эту фразу говорить, я не знаю, это вообще просто, это просто к таким людям вообще лучше я даже не хочу никак не относиться. Это вообще просто жуть, ребята. Вот что сказал там ихний там друг там, да. При этом при всем, вы посмотрите вот эту Ольгу Уралочку, там может вести Ольга Уралочка обращение к нашим подписчикам. И вы там поймете, там, о чем она говорит, они эту фразу примерно там, говорят, как все было произнесено. Меня поражает не это. Меня, ребята, знаете, что поражает? В тот момент, когда, ты вот закосячил, там, да, вот в данной ситуации закосячили, это Ольга говорит, что, у нас канал хороший, мы ничего там не хотели, извините, подписчики, извините, там, кого обидели. Понятно, молодец, извинилась там, да. Значит, мужчина там ее, я просто не забываю его именно как-то на «С». Это просто боюсь неправильно его назвать, не хочу никого обидеть, поэтому не буду называть его по имени, просто, ее мужчина там, да. Он, значит, это, ролики, при монтировании роликов, значит, он этого не заметил, эту фразу якобы. Но, опять же, может быть, конечно, реально не заметил, потому что, когда ролики монтируешь, тут, знаете, может, Новый год, там, да, алкоголь как-то там повлиял, я не знаю. Но суть не в этом, ребята, не в этом. Значит, она, значит, Ольга говорит в своем ролике о том, что в последнее время, записал ролик, и она говорит, много критики в наш адрес льется, много негатива. Она такие вот фразы какие-то говорит. Вот незаслуженно. Все видео пересмотрите, нигде негативно. Да. Незаслуженно говорит. Может быть, хотели мы сейчас просто обращение сделать, потому что, знаете, такая грязь льется на нас. Такая просто грязь. Вот, незаслуженно. Это правда. Вот незаслуженно. Все видео пересмотрите, нигде негативно. Да. Нет. И люди, может быть, просто судят по комментариям. Я не знаю, вот незаслуженно, понимаете, вот эта вот фраза, которая меня вот покорёбила, покоряжила, да, вот это такое выражение, зацепила. Я бы
сроду бы не стал бы записывать этот ролик, вообще вот об этом говорить в канале, ну, как бы, ну, мне оно как бы не особо интересно, потому что, говорю, там все у него по лайту, как бы, и там не о чем такого было снимать, как мы снимаем с вами про Колесникова, «Пиратскую жизнь», там, и прочих звезд, там, да, а, там, деревенские не очень многодетные мамы, там можно за что-то такое, знаете, там, ну, прицепиться, там, что посмотреть такое интересненькое, да. А тут, ну, как бы, реально, для меня раньше не было что-то такого интересного. И тут вот эта вот ситуация вся, вот эта фраза ее, незаслуженно. Как понять незаслуженно, когда такое произошло? Единственное, вот как вот надо поступать, ну, вот, как я вижу, как в этой ситуации надо поступать людям, там, да, там, извинились, там, да, никого не ища при этом, что кто-то там, ну, виноват, там, какие-то обзорщики, может быть, там, кто их там обсуждает и все прочее, там, да, сказали, она говорит, слово не воробей, там, да, ну, сказали вы, там, да, надо извиниться, просто извиниться, да, я не знаю, как в этой ситуации извиниться, потому что, ну, реально, многие люди, там, у многих деды воевали, как я уже сказал, там, отцы, там, бабушки многие смотрят и все прочие, там, да, а главное, даже просто вот можно было, знаете, как сделать, вот я прям сейчас почему-то так представил, у него аудитория, 50 сколько там тысяч людей, там, да, устроить какой-нибудь, вот, ну, честь извинения, даже какую-нибудь, там, не лотерею, а, знаете, как, ну, типа, розыгрыш, там, призов, там, да, или, ну, не то, что прям розыгрыш, ну, да, так прям, в общем, весь доход, который они заработали, скажем, от Ютуба за месяц, вот его направить, весь доход на покупку призов, той же самой электроники, там, чайников, блендеров и прочее, да, и потом эту технику разыграть среди своих подписчиков, да, все по чесноку, чтобы было, как бы, да, и людям приятно, и они поняли, что аудитория их, там, подписчики, что, ну, как бы реально люди, как бы у них есть там это вот и раскаяние, и хотят они вот как бы загладить свою там вину в этом и все, во всем прочем. А тут вот так вот, а тут вроде как бы и сказали обращение к подписчикам, значит, что мы извиняемся, да, но при этом как-то вот эти слова какие вот выскакивают у них опять там непонятно, мне вот непонятна эта ситуация. Пишите, что вы думаете в комментариях по этому поводу, можете посмотреть вот эти ихние ролики. Ну, вообще, ролики реально такой, вообще, по лайту, я прям говорю, они офигенные ролики, тут прям, ну, предыдущие какие-то, если вот смотреть, рецепты, такая домашняя кухня, домашняя еда и прочее. При этом, ребята, что вот интересно, представляете, они, значит, обращаются к подписчикам, ну, что мы там не хотели, туда-сюда. Конечно, можно их понять, потому что, знаете, несмотря на то, что на канале у них 58 200 человек, но при всем этом ролики набирают у них, смотрите, к примеру, день назад 59 тысяч, 2 дня назад 63 тысячи, 3 дня назад 71 тысяча. Ролики набирают охрененно. То есть доход в месяц, я даже не знаю, даже не могу предположить, но судя по тому, что если с ролика им капает примерно в среднем, так скажем, 60 баксов, да, ролики каждый день, сколько? Ну, прилично, короче, в месяц получается так. Ну, это опять мы в среднем говорим цифры. 59 тысяч просмотров за ролик. То есесть, сколько она заработала за этот ролик? Ну, $60 заработала. 4 тысячи за день, да? В месяц 120. Предыдущие ролики плюс набирают просмотры. Там 150. Вот тебе 150 косарей за месяц. Ну, так соточка, так точно, наверное, это. Поэтому, понятное дело, неохота никакой-то ни канал терять, ни подписчиков терять. А люди такие, что сейчас они с вами, а завтра уже там, как они вот говорят, что, ну, на них там ополчились, там начали писать всякую там, ну, вот, комментарии, типа, снимать ролики и прочее. Поэтому, ребята, пишите, кто в курсе про всю эту ситуацию в комментах, а мне лайкосики, подписочку оформляем внизу. Ну, не оформляем, просто врывайтесь в ряды князя. Можете врываться, можете не врываться. А, главное, пишите свое мнение, обо всем с вами потрещим в комментах. Все. Я, короче, ребята, пошел отдыхать. Вам тоже желаю отдыха, хорошего настроения. В общем, впереди у нас новогодние праздники. У нас еще есть каникулы с вами. Проводим их с пользой. То есть, знаете, коньки, лыжи, санки, ватрушки. Всем крепкого здоровья. Здоровья вам, вашим детям. Ну и чтобы все у вас, у всех, все было хорошо и замечательно. А с вами был Егор Павлович Княжин. Всем до новых встреч. Всем пока.